Институт недропользования – это основоположник Вернитуд. Здесь обучается более 1500 студентов, свыше 130 преподавателей, 456 бюджетных мест, 13 научно-исследовательских лабораторий. Институт готовит специалистов по следующим направлениям. Горное дело, техносферная безопасность, инженерная геодезия, технология геологической разведки, прикладная геология, нефтегазовое дело, технология художественной обработки материалов. Институт сотрудничает с научными организациями и производством. Выпускники института имеют гарантированное трудоустройство. Спрос на специалистов горно-геологического профиля превышает количество заявок от предприятий. Все выпускники института имеют возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре по многочисленным научным специальностям. Студенты и аспиранты выполняют большой объем научно-исследовательских и проектных работ по заказам предприятий Восточной Сибири, Дальнего Востока и зарубежных стран. Поступай к нам! Поступай в Политех!